Yeah.
один заложит 200 желтых флагов, и у нас еще один. Еще один пилот, Евгений Кондов, ошибается. И прилетает тоже в забор, но не долетел до него. И Григорий Голобородько вот так вот нежданно летает. Очень круто понравилось. Да, послушаем. Автоспорта, особенно любитель белорусского ралли, должна быть знакома фамилия Голобородько. Вот, но это сын на самом деле. Но, похоже, эта машина сегодня уже больше никуда не поедет, видимо. Как жестоко. Да. Ой, пружина. Все на ходу, пока дотащится, говорят, вообще от машины ничего не останется. Сейчас, да, полностью со стойкой совсем. Делать ставки. Играю. Тоже я делаю ставку сейчас все-таки, наверное, на Лебронка. Он стартует свою должность, но он не самый выигрывает именно сегодня. Потому что на первом... Продается наружу, выйти и захватить. Оставить для себя переобразить всю Лебронку. Но продолжает ли сделать в этом заезде? Голобородько идет вперед. Приближается к Володе. Прилетает создать уже очень плотненько. И тут все. Но даже Чемпионка пытается обойти Лебронку. Но очень стрёмный вот этот поворот. Мы, наверное, все-таки должны распечатать, я думаю, забор, но это будет, наверное, лучше. А какая вся борьба! Очень плотно пробился на круг, и снаружи пытается на баланс, давай себе не удастся. Но он пытался держаться в первой позиции. Ох, 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 вот сомнений сейчас, наверное. Обошлось, удержался Лебронок на первой позиции. Однако борьба за вторую позицию между Голобородько и Лапицким идет. Выносит в забор все-таки Лапицкий с вертами. Но Голобородько удержался на трассе. А первая позиция остается за Сергеем Лебронком. Ничего не остается делать, остальным только как догонять. Так, занялся все-таки, отъехал там. Вызов и Лапицкий, но уже было поздно. Очень здорово обострил заезд на Лобородько. Можно поаплодировать, действительно, очень достойно. Сергей Лебронко, но... Школы зоны чуть-чуть не хватило. Ну и снова у нас сейчас смена на трассе. Thank you.
Бокова. И что там делает? Пытается по внутренней территории объекта. Сейчас на нашей почте улетает. Thank you.
Сергея Сергеевна. Начиная с Кубка Бош, так и он, видимо, станет очередной год подряд победителем. Thank you.
Я думаю, что уже абсолютно точно проходит финальная часть. А финальный заезд. Как мне кажется, чуть получше стартовал, но здесь по внешней траектории все равно даже, потому что траектория была внешняя, удалось его опередить Антона Кёрхи. Если кто поднес, ждать конца соревнования осталось не очень долго. У нас уже заключительная серия заездов и там два финала по шеф-куру. Там было определять места на пузе, на призерство. Сейчас гонит Алексей Шендюков, но просто неимоверно, за счет каких, потому что один из сил уходил вперед, иногда Сергей Ведрянов просто диву даешься, как? Подготовь.
Щербаков. Самый бешеный боец, когда вы это все увидели.